Привет. У тебя какое-то дело? Да, очень важное. И терпящее отлагательство. Блин, ну ты же понимаешь, что... Хватит болтать, Чернов. Чернов. Это было очень-очень. Спасибо, что зашла. Может, поужинаем? Иди уже работай. Хорошо? Ты что творишь? Ты правда считаешь, что можно вот так вот просто взять меня и не пустить к моему ребенку? Маешься делами? Давай поговорим в спокойной обстановке. Простите, пожалуйста. Ну что вы, это вы меня простите.